Вчера в Чебоксарах произошла крупная авария. Среди белого дня на участке дороги по Егерскому бульвару столкнулись 5 автомобилей. Несовершеннолетний водитель 14-й выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой. Невольными участниками аварии стали еще 3 иномарки. Как выяснилось, у молодого человека не было водительских прав, а сама легковушка была арендованной. В результате столкновения пострадали 7 человек. Водитель, пассажир ВАЗа и 5 пассажиров маршрутки, в том числе беременная женщина. Последняя была госпитализирована в больницу с травмами средней тяжести. Остальные после оказания медпомощи отпущены домой. По факту аварии проводится проверка.